Ребята, всем привет! Сегодня 180-й выпуск уже ежедневного марафона, ежедневных видео. Что это за день? Итак, сегодня 31 мая 2005 года. Сегодня Троица, это большой христианский праздник. По всему дому валяется трава. Вот такая. Сегодня мне утром написала подруга, с которой мы давно не виделись, с зимы. Мы за Брянск идем что-нибудь жарить, посидеть, поговорить. Она бы приехала к нам, но с собакой ей по жаре по городу тяжело ехать. Найра устанет сильно. Найра это хаски. Большая, красивая. И мы к 1:30 едем за Брянск сидеть. Хоть какое-то разнообразие будет. Ну, он едет минут 15 максимум. Ну, мы же до него на нем доезжаем, и на остановку пешком. Стоим, ждем автобус. Да, блин, и пух просто заколупал. Вот то вдалеке туман, типа, то не туман, то пуха столько летает. Наверное, смотри, палка. Ну, если ты не хочешь по всему лесу... Ну, вообще палка дай. Пуха столько много, что десна аж белая. Как курицы все. Облепила пухом, потом дождь пошел. Сейчас с маринованным жиром. А? Может, надо смешать с маринованным. А там, негде мешать. У меня это типа, надо сделать эти выложить, а потом типа. Честно, я нет, не для прессы. Мужик. Ну да. Девушки наоборот. Я тебе фотошопы потом пришли и дорисую, не переживай. Все убираю там. Макс сексуально стоит. Там эту ориентацию не поменял. Юля, да что ты боди довела? Он говорит, о, Макс сексуально стоит, надо снять его. Завтра будет. Ну такое горькое, такое на них вкусно вообще. Хотя я горькое люблю. Я на голодный желудок сразу. Горим! Где? Да. Только динамик начинается. Все, магазин нельзя. Майра. Нет. Я мужик. Макс, иди. Бодя, иди. Кстати, реально, Бодя, иди в магазин. Макс, иди в магазин. Иди на блядь. Да ничего себе, мало тут, а тут, а ого. Ну сколько тебе веса? Не скажу. Меня столько получится, а веса не скажу. Много. Три мешка. Тона. Поймай, поймай. Да ты шо? Сколько мне? Да, да. А сколько мыла получится, ого. И жира. Так тут один жир же. Точно плохая хаску тебе хочет. Я говорю, точно ты хаску себе хочешь. Как раз надо. Слабо. Тогда, так далеко идти. Так я знаю, разгон. Все, убежала куда-то далеко. Да и может это барьер повыше построить, может как лошади прыгать. Хозяйка потерялась. Это ж когда... Дай ему руки. Стаха, бери. Она грязная. Стаха, не бери. Ты грязнее. Какая она грязная? Ты сам грязный. Бери. Ёлка, не сюда. Давай я подержу. Что такое? Видео покажу. Иди, бери. Иди сюда, собак. Так а зачем ее брать? Ну, ты хотел поднимать. Не, я вот так хотел ее поднимать. Не, не, не надо. Да так не, не. На руки Бодя сфоткает.
Тяжелая? Нет. Нормально. Нара, тебя снимали на камеру. Найре не нравится, да? Найра, не нравится, да? Не нравится. Хозяйка издевается, да? Издевается. Какие чистые руки. А помыть негде. Мясо жарится. Люди уже пьяненькие сидят. Да, Максим? Ага. Конечно. Мы идем домой. Макс, иди домой свою собаку. А ну стой, хозяйка уже валяется. Уже хозяйка валяется. Хозяйка валяется. А че вы упали? Мы фоткаемся. А, вы фоткаетесь? Да, так. Проси еще раз и очки. Оп-оп! Я так близок не могу. Я стесняюсь. Нет! А, девчонка, зови милицию, он... Пошли! Куда, Макс? Макс, куда? Так мы сюда и пойдем? Милиционерий. Мы сюда и пойдем, че не? Да не, без разницы. Найра. Зверу бесит, садит. Все, для нее сегодня будет вечер. Побегушек. Ну хоть собака отдохнет сегодня, думаю. Оторвется. И ночью будет спать, наверное. Можно в теннис порубить. Мне на бутерброд. На ходок. Ходок мне. Тоже. Тоже ходок. Он, он. Купил себе такой ходок. А, вы меня ждете. Правильно ты делаешь. Не знаю, видно, не видно, но я кушаю. Там нихуя не видно. Мама дома, зайчини? На рыбалке, наверное. Вагинально лава. Бурлящая. А, это... Видишь, там цена 80, да? Сколько? Это вагинально. 86, 51. Глянь. Красный порошок, вазелин. Тут 43 гривны. Димедрол. Ты говоришь, типа, это 80. А было, сука. 20-ка было. А было 20-ка. А это сколько?